Спонсор прогноза погоды – аптека.ру. Где все это искать? И сколько это стоит? Дешевле, чем ты думаешь. Все закажем на аптека.ру. Аптека.ру. Всегда выгодно. В среду в Самарской области пасмурно. Местами осадки в виде дождя и снега. Все так же аномально тепло. Температура воздуха в дневное время 0 плюс 2 градуса, ночью также 0 плюс 2. Ветер западного направления, скорость 3-5 метров в секунду. В Сызрани пасмурное небо, днем 2 с плюсом, ночью 2 градуса выше 0, ветер западный, скорость 4 метра в секунду. В Тольятти пасмурно, небольшой дождь, днем плюс 2 градуса, ночью плюс 1, западный ветер 4 метра в секунду. В Самаре тучи, но без осадков, днем плюс 1 градус, ночью также плюс 1, ветер западного направления 3 метра в секунду, атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 93%, геомагнитное поле слабо возмущенное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.